Шеф-повар Максим Григорьев. Гренки с картофелем. Кто откажется утром от пары ароматных гренок с картофелем? Такие гренки готовятся довольно быстро, получаются сытными и вполне подойдут для завтрака. По желанию в картофель можно добавить колбасу, будет еще вкуснее. Такие гренки можно взять с собой на пикник, перекусить на работе. С чашкой кофе гренки кажутся особенно вкусными. Рекомендую попробовать. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Батон 10 штук. Картофель 3 штуки. Лук зеленый 3 пера. Масло подсолнечное рафинированное 80 мл. Смесь перцев 1 грамма. Соль 1 грамма. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Для приготовления гренок с картофелем нам понадобится батон, картофель, яйца, зеленый лук, соль и смесь перцев. Также для жарки нужно подсолнечное масло. Шаг 2. Картофель почистить и натереть на терке, добавить соль и перец из мельницы. Шаг 3. Нарезать зеленый лук и добавить к картофелю. Шаг 4. В картофель добавить 2 яйца. Шаг 5. Хорошо перемешать картофельную массу. Шаг 6. На ломтики батона намазать картофельную массу не толстым слоем. Шаг 7. Сковороду разогреть, влить подсолнечное масло. Намазанные ломтики батона выкладывать начинкой вниз и жарить до румяной корочки картофеля. Шаг 8. Я обжариваю такие гренки с одной стороны, но если вы любите двухсторонние, то можно гренки перевернуть и обжарить с другой стороны. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.